А почему Меган Маркл так раздражает, все ее телодвижения неискренние? Может быть, поэтому и раздражает, потому что вот вы написали, они неискренние. Я вам объясню, ребята, он такая игрунья. Она игрунья, она знает, что она делает со своим лицом. Она четко знает, что она делает со своими глазами и прочее, прочее, прочее. Именно поэтому она раздражает. Да. Вот раздражает она и все тут. Никуда от этого не деться. Такая она лисичка, знаете. Всех приходится бояться. Словно лист дрожит душа. Но не стану огорчать. Может, она себя чувствует чужачкой в этой семье. Может быть, она чувствует себя не очень удобно. Знаете, она все-таки пришлая баба туда. У нее нет королевской крови. Она была до этого актрисой. Она актрисой и осталась. Артистка. Знаете, она такая артистка Яйцева. Но я бы на самом деле не спешил бы, ребята, приписывать ей тех данных, которых она не имеет. Излишней какой-то авантюрности, подлости, низости, мерзкости какой-то. Уже молва ей приписывает то, чего нет. Ну просто, знаете, Матахари. Это, увы, не так. Она тоже женщина, как-то со своими какими-то потребностями. Может быть, я допускаю, что она действительно при дворе почувствовала какое-то неудобство, некомфорт, когда она была возведена в сан жены Уильяма. Билли. Уильям – это Билл, краткое. Ее там посчитали, знаете, недостаточно красивой, слэш, блядь. Ну, вот все такое, ребят. Все, что угодно могло быть там. Она действительно могла там вот придворной от челяди, назовем это старым словом, устаревшим, почувствовать какие-то косые взгляды, какое-то небрежение. И такое могло быть. Всяко случится. Олежа, вот этот весь кусок тоже про Меган Маркл, потому что мы отдельно про нее не ставили. Тоже вырежешь, котик. Ладно, спасибо тебе большое. Вот, сладкий мой кабанчик. Так.